Всем привет, с вами Такс и Ричи. Всем привет. И сегодня мы устроились пожарниками. Наша пожарная бригада номер 25 выдвигается тушить пожары в городе... Напомни. Санфьер, короче, я тебе машину помою пока что. Да, и ты в АФК. Мне дается бесконечный огнетушитель. И мы поливаем друг друга из генрат так, чтобы завершить рабочий день. Нажимайте Fire, так. Так, смотри, пожарный расчет в главе Сантик Симонов прибыл к месту сгорания. То есть мы сейчас должны диспетчера слушать, как только сейчас новое возгорание будет. Появится таймер слева внизу и пикап. Я работаю, честно, первый раз. Так, погнали я работать. Я уже не первый, я тебе сейчас покажу. Ну зачем, вдвоем... я разберусь сам. Главное, что наша пожарная бригада. Сейчас едем медленно и по правилам. Как только пожар врубается, врубаем мигалку по встречке, змейка как... А, слушай, мы имеем полное право ездить по НРП сейчас. Да. Включай только мигалку, не забывай, мигалочка. Да, мигалочка, ну тут самая фишка. Пока не надо. Сейчас будет объявка. Поливаем всех, кто тут попадается к нам на пути. Ну, я однажды бомжиком пуканчики так отужал. Бежит, бьет машины, она. Да-да-да, хорошая штука, чтобы утихомирить бомжей на какой-нибудь там сходке. Так, погнали в СФ, нам сначала, наверное, в СФ приехать. Ну, и только потом работать. Тут совсем, как бы, у меня, по крайней мере, не зависело место пожаров, откуда ты выбрал город какой, там похер. Выбираешь Лос-Анджелес, тебя все равно в ЛВ посылают. Да? Тогда нормально. Ты че, как сейчас подлагал-то мне? Да я в АФК заходил, так, это фигня. Направляемся в Сан-Фиеро тушить ссаные пожары. Только бесит то, что с гидрантом фара врубается, включается. А, так можно же в команду ввести. Надо управление это. Мышью там или кнопками отключить машины. Да-да-да, это я еще помню из серии с бомжами мы поливали с этого. Mm-hmm. Вот, короче, можно по-пионерски тушить, кстати, все костры эти и прочее. Тут да, особенно когда кофе выпьешь, да, Лех? Да-да. Ну, немного не в теме, наверное, зритель-то. Ну, не важно. ЕСП улетел! Почти. Мигалки, как без них? Кикнут же за нон-РП езду. Я слишком много играл сам, чтобы меня так как лошка кто-то подрезал. Ну. Так, ладно, направляемся. Я один хуй все это. Ой! Я с мигалкой. Мне ничего не важно. Там КПП, осторожно. А почему никаких пожаров не происходит? Они как сейчас происходят? Сейчас произойдет. В рандомном месте. Сейчас будет пожар. Итак, вот мы заезжаем в Сан-Фьеро. Надеюсь, пожар сейчас произойдет. Что-то нихера все равно не происходит. Тут по времени как-то, то ли по рандомному, то ли какой-то интервал должен соблюдаться. Ну, произошло! В Террорабада, да? Да, газуй назад, разворачивайся. АЗС. Назад разворачивайся, Террорабада. Сука, да. 3 минуты дается. Нормально. Ну мы не по мосту же поедем? По мосту, а как ты еще в Террорабад доберешься? А, ну точно, 2 минуты дается. Блин, тут еще один пожарный. Так, да? Разворачиваемся, едем до колонны, не уезжай вперед, да я тебя догоню. Давай, вот, посюда. Ай, блядь! Давай по встречке. Да, это встречка? Да. А, ну да. Поехали по встречке. С мигалкой на пожар. С мигалкой, у нас пожар. Мне вообще не важно сейчас там. У нас еще 2 минуты. Успеем в любом случае. Террорабада АЗС, я понял, где это, я понял. А, да, я тоже понял, все, недалеко. Там недалеко от байк-клуба там такая, знаешь. Да, знаю. Сейчас и мы налево. Правильно сделали, что поехали по встречке все-таки, потому что нам свернуть было здесь. Да. Лучше мы бы не перевернулись так. Ладно, поеду посюда. Давай тушить пожар вдвоем. Ай, бля, наверх надо было заезжать! Здесь за каждый потушенный огонек бабки дают. Ну я в этом курсе, как бы. Держись! Так. Это фура. Ну давай! Влево! Бля, заправка горит! Влево! Нихера тут пожар! Влево! Фух, блин, как... Вот ты жаль этого не видел, как я тут выровнял. Да, я тушим пожар. На заправке! Заправка горит, сука, она же взорваться опасно, может. Опасно, давай. Так, сейчас главное припарковаться, как настоящий пожарный. Давай, помогай тушить, чё ты? Так, я здесь. Сейчас, я прям чуть-чуть твою машину прям не врезался ей. О, бонус, 100 баксов. А почему я тушу и ничего как бы это... 70 баксов. Еще потушил. А ты зажми правую кнопку мыши. Обязательно с правой надо сделать. Сука! 80. Я потом как один 91. Потушил, еще раз отожми, потому что надо отжать. О, ясно. Почему-то я вот этого не знал, я затушил пол позже. Все нормально. Это твой, давай напоследок. Да-да-да.
Я пока немного отдохну. Да, ты передышал этим угарным газом. Помочь тебе, что ли? Ты и так уже тут задыхаешься. Слушай, меня кикнуть можешь за это говно. Да, да, да. Так что не лезь лучше. Он не тушится, слышишь? Тушится, все, $73. Это того не стоило, как бы. Я смотри, твою машину почти в этот заправ вогнал. Это моя тачка. Да мне не волнует. Поменялись. Сколько у тебя там DL? Ну, у тебя даже больше, поехали. Ну, да, так, чё, ждем еще один этот вызов? Давай. Можно, нам, наверное, снова в СФ заехать. Да это не обязательно, хотя поехали, поехали. Да, все равно надо заехать. Не перевернись только здесь еще раз. Мы же все-таки там дислоцируемся, правильно? Да, и как мы заехали, кстати, заметь, сразу начался пожар. Я, кстати, где-то даже минуту целую пытался вернуть машину, там, она у меня на двух колесах ездит. Ну да, они фуры, они тяжелые, их хрен выровняешь на самом деле вообще. Мне пришлось горочку найти, чтобы на ней как бы немного подлететь, выровняться. Жалко песни про пожар. Нет, если сейчас дальнобойщики были бы, я бы спел. Да. Ну можно, в принципе, и сюда впихнуть песню про дальнобойщиков. Давай я буду Сашком, а ты Фёдором. Слушай, я... Знаешь, от чего не откажусь? От чего? Блять, шел. Ты должен догадаться по синим клестам. И по пончикам на... Я догадался. Меня дождись, слушай. Где-то налево? Это месть. Знаете, за что месть? Я играю опять с Твинка. Не получилось у меня снять Соснову, потому что у меня там две санных звезды. И ради двух санных звезд за мной целый дивизион ФБРовцев гоняется. Или за Рич. Я не знаю, за кем, у того тоже три звезды, в свою очередь. И нам просто не дали снять. Нам реально не дали снять. Нам пришлось... Там дикий психоз был. И поэтому немножко отомстить надо. Все в рамках мести. Глаз за глаз, око за око. Он тут скучает как раз. Пусть помоет. Все. Он грязный. Все, ждем пожара. Наверное, в их пуканах только он сейчас заведется. Ай, да что ж ты как резко поворачиваешь? Хоть предупреждаете, как штурман, знаешь, там. Да. Вот. Перекрывай дорогу сдающему. Так нельзя. Видишь? Моем. Автомойка, деньги должен сейчас нам. Может, реально автомойку откроем? Да, автомойку открываем. Ладно, поехали. Почему-то пожар не происходит. В любой момент может быть пожар случится. Да. Пожар! О! Пожар, где? АЗС ЛС, нихера себе в ЛС! В ЛС? Давай, чувак. Ту-ту-ру-ту. Как это в ЛС? Две минуты, да ты шутишь. Я говорю, тут вообще похер, какой ты город выбираешь. Все равно тебя вызовет куда угодно. Давай, полетели прямо здесь, что ты как нуб? Ой, это я как нуб. Так, подожди, я на главной дороге, чувак, а ты лоханулся. Я знаю, что я лоханулся. Так, я съезжаю. Блять, убийство с транспорта запрещено, меня кикнуло опять. Кикнуло? Ты кого убил? Я случайно наехал на кого-то, видимо. Я не знаю, кем... Я походу с этого, с гидранта, что ли, наплескал на кого-то. Может, ХП мало было у чувака. Да я что-то задумался, еду это, бля. Ну ладно, насрать, перезагрузка. Я вижу. Я копаюсь на помойке, как червяк. В СФ, открывай двери, вези. В доки. Сколько стоит? Полторы тысячи. Полторы. Плати, говорит. Нихера себе, плати. Ой, отлично. Я угнал у него машинку. Да как это? Куда он делся? Вот, кикнул, да выебывался. Кого кикнуло? Бомбера. Бомбить он собирался тут, видите ли. Денежки зарабатывают. Менты! У меня две звезды, надо убегать. Я просто, блядь, не знаю. А пока Ричи убивают менты опять ни за что и творится... Это жопа какая-то. Я переворачиваюсь, и у меня происходит пожар, и я, наверное, его сгоняю, потушу один, а пока Ричи вылечится, я потом его заберу, и вот такой вот у нас расклад сейчас произошел. То есть нормально здесь у нас никогда ничего не получается, потому что... Что там произошло с тобой? За ним, короче, нон-РП-коп какой-то увязался. И его кикнули. Нет, еще. Нет, это не нон-РП-коп был, да? Сначала по мне начал стрелять коп, я его задавил за это. Потом меня кикнули за нон-РП-езду, нон-РП-езда. Офигительная просто причина, ну, самое божественное. А потом меня просто убили из дегла. С двух пуль. Блять, я не успею. Ну да... Этого тарантаса, наверное, не хватит, чтобы заехать в эту саную гору. В текущее время, по идее, еще один произошел. Так... Давай, пожар-то где тут 12, ну-ка сколько, где он там?
А, он совсем недалеко, то есть я успею приехать потушить его. Давай, давай! Догоняй, пожарный во главе! Вот сучка! Прибыл он там. Я хотя бы мысленно с тобой побуду. Я тебе там я тебя прибуду там, сука. Тушим, тушим, тушим. А, не так тушится, типа, ну ладно. Так, помогаем тушить, помогаем тушить. Так, я тогда попробую тачку заспаунить и приеду к тебе. Так, он мою машину не сворует. Ты чё, сука, творишь-то? Вот гондон! Тут чисто пожар опять на заправке происходит. Вот так тебе тоже. Глаз за глаз, око за око. Так, я забираю все пожары. Вот ты чё творишь-то, блядь? Гондон, сука. Скажи, где пожар, я приеду. Это мой пожар. Где, куда ехать? Всё, видно. Ах, сука, забрал. Моя машина не трогай, подожди. Да, заправка какая-то ссаная вообще там. Работает хотя бы. Он. Смеется он, весело. Весело. Ты где, вылечился? Я в СФ еду к пожарным машинам, к аренде возьму и тоже подъеду. Да, начинай. Работу тоже. И я уже потушил пожар, отлично наша дивизия продолжает. У нас есть конкуренция уже, это очень плохо как бы. Ну хотя конкуренция, с другой стороны, это хорошо, это мотивация. Но, блядь, мы в рассаднике ментов опять. Я уже просто задолбался брать тачку. Меня то убивает, то кикают, то еще какое-то дерьмо. Какие-то менты опять вдвоем. Тут поливалки больше нет, слышь. Ну ладно, так, без поливалки. Нас все равно могут за это наказать. Так, вот с поливалки кто-то. Да по мне херачит. Дело, поехали. Сука, смотри, 4 пожарных. Пожарная дивизия, давайте колонной, колонной, колонной. Где-то четвертый, вон, вон. Да, 4, нихера себе. Колонна, колонна. Банда пожарных просто. Пожарганг. Пожарганг. Теперь нас трое. Их было трое. 3 лучших друга, да-да-да. Самый снимаемый клип нахрен в GTA San Andreas. Самый школьный. Ну давай, куда же он едет? Паровозиком поедет. Ой, у меня не такая она управляемая. У меня хоть какие-нибудь манипуляции с ней могут быть, нет? Никаких. Есть. И теперь обгон в туннеле. Перехват, перехват, захват. У меня даже мигалки нет на ней. Ой, блядь. Сука, нас уделали. Нас уделали, нас конкуренция идет, а нас уделали, просто я так уделали. Я подрежу с холма, погоди. Закинули! Бывает. Улетел, так улетел. Смотри, весь сервер за номер поезда улетает. Номер поезда. Мне кажется, это полиция должна заниматься ездой по встречке и прочее. А не какой-то там боженька, который следит, знаешь. Ну в жизни вот ты едешь, ты нарушил ты правила. Ты там что делаешь-то? На норпоездой занимаешься? Норпоезда. Да. Какое-то очень идеально просто представление. О, видимо, этот чувак, администратор, просто из окна смотрит каждый день, что у него происходит на улице, во дворе. Там один двор. Да, там машина едет по дороге. Все себя ПРП ведут. Да. ПРП! У жизни, во-первых, нет правил. Вот что надо запомнить. Ну это ж не жизнь. Любая отмазка сейчас по-любому какой-нибудь админ смотрит, и самая главная отмазка. Это же не жизнь. Это где же ты? Не... Я вон, там менты. Пожар начался и в районе Гантон. У меня никакой пожар не начался. Гантон. Район Лос-Сантоса. Нихера себе. Так, ты где? Давай в туннель в СФ. Да я вообще в жопе какой-то. Гантон? Гантон, это Лос-Сантос. А у меня пикапчиков нет, у меня пожар не отметился, но я стою просто за компанию съезжу. Давай. Гантон, это же Грустрит. Да. Да я не успею, наверное, обнаруженного жилого дома, это уже отлично. Где ты находишься, куда мне подъезжать? В туннель. Я могу сейчас гораздо короче подъехать, ну ладно, поехали уж вместе, как батики. Так, налево. Это что сейчас был за... Это, наверное, ты сзади, да, догоняешь туннели? Нет, я еще не в туннеле. Две минуты дается. Ты сейчас кочегарим. Я все. Первый раз, я столько раз видел пожарников, летающих вот здесь, но это я делаю лично, первый раз. И вот он кайф, вот сейчас он кайф. Нет, я не перевернулся, эта машина очень хорошо летает, оказывается. Подождёшь и вот меня? Он. Да. Здесь. Я по ферме уже гоню. Ах ты, сука, вы откуда? Нихера их там! Охереть! Кого? Чуваки на меня вылетели, и в прыжке я их сношу, такая фура. И они тройное сальто чисто нахрен. Плющенко 2, бля.
Просто угар. Минута остается. Минута! Я сейчас тоже полечу, у меня сзади еще такой стабилизатор, такая лестница. Да-да, только этого нету. Как он? Ну как же его звали-то вместе? Черный-то негр там висел. Свит! Спасали мы Свита. В последней миссии GTA San Andreas. Ты не проходил GTA? Нет. Вот ты лох. Да. Тут велосипед и два бомжа за этим велосипедом бегают, а тот велосипедист угорает таким образом. Ха-ха-ха, смотрите, я на велосипеде. Ехали медведи на велосипеде. Остается минута, 19. Еду в 8. Скорее уже сам чем-то интересный добавили. Ну, не знаю, там, голосовой чат. Да, вот это вообще лучше. Потому что настолько уж тошнит от сампа здесь, настолько скучно, настолько нечего делать, кроме как бомжей дэмить. И это единственное, что здесь можно делать, но за это кикают. Короче, я все взрывается, все взрывается. Где-то. Я заезжаю в гетто, я уже... Я чисто на полосе гетто, ну давай, 50 секунд, я должен успеть на этот пожар. Давай, я тебя мысленно подбадриваю. Я уже вижу эту хрень, мысленно меня надо... Побадривай меня. Давай. Давай, 40 секунд. В Гаунтон еще, пончики где? Я вижу этих бомжей с великом, который... А, ты, значит, еще далековато. Да. Так. Все, я так... приезжаю, 30 секунд. 31. Тут нихера пожарище-то. Все, пожар на расчет в главе с Никитой Зу прибыл к месту сгорания. Спалил его. Молодец. Бонус, 80. Почему на понче респета у меня это все происходит? Это Groove Street? Да, это чистый Groove Street. Ехать на Респу Groove Street? Да, просто на Groove Street огромный пожар. У какого-то пончика, походу, удалили аккаунт, и он просто своим взрывом пукана поджег дом. Больше я никак не представляю хронологию событий вот этого возгорания вообще. Ты еще гасишь? Да, тут он сейчас огромный просто. Сейчас уберусь. Сейчас будет. А, из заборов тут у нас стоит. Ну кто их тут построил только? У меня уже тачка дымится, приготовься меня брать на борт. Я опасаюсь все равно, что эти дебилы меня как-нибудь убьют или что-нибудь типа того. Я тут дом видели, их тушу, да? А они неблагодарны. Берут еще мою машину, толкают вот суки. Бандиты тупые. Тяжело быть пожарником, вообще тяжелая работа. То есть ты можешь просто заживо сгореть на самом деле. На. Все, я потушил вроде как. Врываюсь. Да, ты уже поздно. Пожарный расчет во главе с Ричи Гальяни прибыл. Блять, спасибо! Ждем следующего. Я просто развернул. Может, дай ты просто. Сяду. А, ну давай, да, пожар. Нет, пожарная бригада лучше в два автомобиля. Так на двух лет. А, тут же недалеко есть пожарный этот расчетник, так что туда приедем сейчас. Так. Едем в далекие края. Блять! Ну, НРП пожарный, надеюсь, это не мы. Ага, это тот Александр, походу, с которым я конкурентовал. Конкурентность у меня была с ним. Банзай! Блин, хотел на ходу. Я тоже поменяю машину. Я буду с лесенкой. Да какой нафиг тебе лесенка? Не веселее ли поливать бомжей, скажи мне? Ты че мне... Ну-ка. Вася. Он меня сдавить теперь хочет. Ну да, конечно. Поехали. Ждем следующего пожара. Ой-ой-ой, не очень удобно я. Вырулил. Давай где-нибудь на посту встанем. Да, у нас есть... Я знаю даже где. Так. Странная траектория очень. Да, ну я так всегда вожу. Сука, нарываются, видишь? Нарываются. Смотри, он кушать хочет. Он хотел кушать. Но не тут-то было. Покушал. Прикинь, стоишь, купил на последние деньги ты еду себе. На последние деньги ты покупаешь себе еду. Но вместо этого какие-то два урода. Ура! Поломина крик очень близко. Две минуты. Поломина крик, да, погнали. Я знаю, как быстрее, А вот это резкий поворот будет. Red County. Надеюсь, я правильно взял. Красная страна, Советский Союз. Так. Блять, не на респу же! Ну, сука. Что я делаю? Едь на Вагас, на главное шоссе. Да я знаю, я немножко дорогу перепутал. Ну все, я теперь взял траекторию правильно. Едем, пожарная бригада. Мы бригада. Тун-тун-тун-тун.
4, надо 4 было, чтобы их лучших друга. Мигалки надо включить, как же без мигалок, мы же пожарная бригада. 25-й расчет, дивизия Санфиера. Ты где там? Я? По более короткому пути поехал, не знаю зачем туда как лох. Ай, блядь, ну каким образом я мог врезаться в невидимый столб-то? Засмотрелся на машину, которую какую-то там. Да ты гонишь. Да сука, опять! Это все из-за вас! Сбиваете меня, дезориентируете, ты, наверное, раньше меня приедешь. Вот сука! Никогда не оглядывайтесь в этих районах, это вообще опасно. О, ты... Рифовец. Рифовец, да. О, вон ты где. Не видишь, как я тебя опередил. Блин, я хочу, чтобы в чат меня пропиарило, а не тебя. То есть? Пиар в чат, типа, пожарный прибыл первым. А-а-а. Да какой там пиар, бля? Батл. О, это эпик вообще! Только ты лох, на самом деле, сейчас был. Машину, ты опять машину, что ли, с этой взял? Ах ты, сука! Тут целый дом, прикинь, чувак заходит в игру, тут пожарники нахрен тусуются. Не, ну что ты делаешь? Я больше бабла достану. А че он в воздухе горит? 69, да, да, вообще не говори. 107. Ну что ты, сука, творишь? Я же так задохнуться могу. Да ты чё делаешь-то, бля? Ты сам нарываешься. Ты не затушил его. О, отлично, отлично. Ждем следующего возгорания. Знаешь, есть такая, такое явление, как самовозгорание. Слышал о таком? Да. Пиромантия или как она там? Не знаю. Поехали, прыгнем по мостику. Да-да-да. Давай, жми. О, там что-то взорвало! Кто-то же эту ракету кинул, видел, да? Я в невидимый столб. Так это и есть, да, ракета какая-то. Небольшой сюрприз. Охеренно просто. 47-й дивизия у нас уже, 47-я. А у меня... Да, у тебя 47 написано, у меня нет цифры. АК-47. АК-47, 47-я хромосома. Если кто учит биологию в 10 классе, тот поймет, о чем речь. Нет, автобусы гонят. Нет, я не хочу терять своего лучшего напарника. Я сейчас все исправлю. Мастер, мастера. Бля, жалко, что у этого скина кепка, то есть я от первого лица бы хорошо поиграл сейчас. Но не тут. Погнали. Ждем следующего возгорания, в общем. Да, мы за чистый город ЛВ, держим под струей весь город. О. Да ты проект-то дать. Я не хотел ничего. Не сы, я ему не дам шмалять. А, не, ну тебя кикнут, блядь, тупо. Ага, он главный ДМит, а я должен это. А, ну да. Все правильно. Блядь, они-то сносятся тупо, понимаешь? Погодьте, я с ним по-пацански говорю. Он, смотри, он что творит-то. Давай, я. Ты горишь, блядь, дебил! Уезжаем отсюда! Нахрен! Ты меня пусти. Давай, садись. Вот обратите внимание, вот такие говнари в основном портят всю игру. Потом сами пишут, когда серия. Вот после таких вот, в принципе. Муж 16-й патруль у меня. 16-я цифра у тебя? Да. Блядь, что не меняется-то? Не синхронизировано. Вообще. 500 фит. А, 100... хотя бы номер-то у тебя 106-й? 500 фит, А01-106. Да, 0, короче, 106. Да. Пожар. А, мы же в одной машине, зачем мы туда ехали? Забанили за троллинг. Кикнули, точнее, троллинг. И опять поломина крик и какой-то дом. Посмотри в чате, а не тот же дом горит снова? А, дом номер 148. Вот сучка. Нет, тот 109, это номер 148. Отлично, так тогда. Успеем, мы лучше. Главное, чтобы эти недогангстеры опять нам не попали. Да, это вообще. Да он потом еще пару жалоб кинет, потом удивится то, что... А с мотика слетит чувак, если... А, нет. Нам был протарантил. Смотри, пошел жалоба. Кто-то в ФК вовремя вышел, да? С моста, прикинь, он бы не стоял в ФК, его просто с моста смыли. Прикинь, он стоит на мосту, и тебя тупо смыли. Как просто не нужно туалетную бумагу. С тобой страшно ездить. Да я нормально. Бля, почему, когда сдаешь в одну сторону, он сразу в эту же сторону берет, знаешь, это магнит нахрен.
аварии так и происходят. Да, блядь! Вот как сейчас, вот, да? Это зачем делать-то так? Школьники. Вонючие школьники. Туши. Это за нами полиция, что ли? Да. Может быть. О, я первый, смотри. Затушись. Есть. Давай, давай, сука, тушись. Что-то, сука, не тушится пожар мой. Мы госорганизация, нас нельзя сажать. Да. Мы пожарные. И не хочу я садиться в дом. Потушил. Огонь потушен. Эй, траванул меня. Так, они что-то сейчас делают. Сейчас, смотри, ты садишься в машину, а я последний пожар дотушиваю. Смотри, чтобы мы вовремя все сделали. Садись в машину, успевай, потому что нам приходится удирать, наверное, сейчас. Садись. Кого? Ты не видишь менты? Никто не гонится за нами. Они, вот это вот. Ты зачем на руль-то сел? Ой, бля. Че, потанцевать нельзя? Ждем следующего пожара. Теперь нам придется, наверное, удирать. У меня одна звезда. У меня три. Молодец! Давайте похлопаем все Ричи дружно. Они улетели там. Да-да-да. Да это надо быть просто ненормальным человеком, чтобы гнаться за пожарной машиной. Да. Ну, бля, такое говно какое-то плоское и такая фура. Едет. Че ты его подрезал? Но он РП вождение, тебя сейчас кикнут, понял? Но он РП вождение. Я случайно. Че, никогда не получал кик за НРП вождение? Почему? Еще как? НРП. Сальто почти докрутил, и взяли, кикнули в воздухе. Вот сучка. А, улетай. Его зовут Пол, но не Вокер, так он врезался. Да. Так, сейчас добавим эпичности нашей серии, подожди. Ё-моё, что происходит, а какой дорожный трафик? Давай, на трамплин ты хочешь? Ну а куда еще? Ой, как я спойлер кинул. Че ты его пропустил? Немного не так! Все вышло. О, видал, чисто на 4 этих. Ты можешь снова взять здесь, потому что расчетник здесь у нас находится. Вот так вот у нас. Расчетник. У нас пожарный расчет вот тут. Бонзай! Чисто, знаешь, как будто там дверь открыта была, и на повороте ты вывалился. Вообще охеренно было сейчас. Хватай тачку. Называется бонзай. Да-да. А внутрь зайти там что? Интерьерчик. И что тут такое интересное есть? Ничего. А, вот это. О, у меня бесконечный сейчас этот. Слушай, смотри. Работа пожарного. О, у меня тоже бесконечный. О, почему мы сразу-то не догадались? Так, поехали. Погнали покушаем, потому что я хочу есть. Твой персонаж хочет есть. Да. Так, поехали. Так, ближайшее. Нормально так пожар едет, это кушать. Кушать, да, рабочий перерыв. И пока едим, едим, и такая тревога, диспетчеры, мы такие, да, диспетчеры, да, да, такие. Не успели, тревога. Да, гамбургер, не проживались, гастрит, третьей стадии. Тревога, и мы бежим, бежим срочно такие. Да. Скатываемся. О, блядь, ванга ссанная просто. Разворачивайся. Темпли, район, 270-й дом, давай. Давай. Я налево. Я тоже. О, как я вовремя-то закрутил тут. Вот оно, мастерство вождения. Какой-то район-то вообще? Так балсы бы не позбивать. Тупой гид-то лагает. Фу, врезался. Да, взлет. Нет, это лучшая машина, вот, по управлению она мне очень нравится, на самом деле. Ты тупо не сможешь перевернуться никак. Ну, или вечно кататься на двух колесах. А, все, я понял, где-то райончик, все. У меня сейчас было 228 секунд. У меня тоже. Все, я подъехал. Ты, кажется, быстрее подъехал. Нет. О, повезло чувакам. Чисто кладбище горит. Кладбище? Да, ну у кладбища. О, здесь хороший пожар, очень черный такой, прям черный дым. Эй, я потерялся. Так, у кладбища. Бонзай! Да бля, дебил! Убьешь сейчас! Ты с хп-то вспомни, сколько у меня. И что нам сейчас делать? Менты еще там. Давай это с двух сторон сейчас. Это был бонзай. Бонзай, блядь. Не подходи близко там. Че не гасишь-то? Не надо снова правую кнопку нажимать, что ты мне врешь? Че не гасишь-то? А, у меня дом тут рядом, может забежать ко мне. Спасибо, наконец.
Гасись! Уйти могу. Закрыто, сука, закрыли. Не гасится, это крайний огонек говняный, короче, там. Странно, очень странно. Ой, все, не подходи, я пока попробую его. Ты не все затушил. Да это твоя работа там уже. Я пока поеду пончик. Пойду в казино. Ты че пацана траванул? Так он сам набежал. Че не надо в моей машине, проваливай. Пока. Привет. Так, я в казино. Тут просто бомж сидит и залипает на магазин, слышишь? В двери, смотри. Ну-ка, где? Просто... Че он делает? Давай, шугни его так. Хорош, все, хватит с него. Ой, какой-то мажор говорит, стоять. Это не мажор, это якудза. Странно, что не тужится пожарчик. ВЛС, лов, поки. Писать надо ВЛС, когда бабки выигрываешь, а не в игре меня докапывать. Так. Я надеюсь, ты не снимаешь это говно? Почему? Снимаю, все, я снимаю. В смысле, тишину вот эту? Да снимаю, вырежу просто. Так, давай покушаем, заедем сейчас. Блядь, ну бомж, Денис. Я тебя просто развернул. А, ну да, спасибо. Вот хер ли ты ко мне садишься-то? Ну какого хер? Тебе что, так интересно ездить, что ли? Бум-бум-бум-бум. Где покушаем, в Макдональдсе? Вот, да, в Макдональдсе. Макдональдс. Недавно кушал в Макдональдсе. Блядь, кому от рули надо верить, так это тебе. Нормально, я припарковался. Как этот скейтбординг трюк называется, когда так проскальзываешь? Грайнд. Перед посещением необходимо завершить рабочий день. На, здорово, да, да. Так прописываешь файр. А-а-а. Сука, проще наркоты сожрать просто. У меня тут дом недалеко, может сбегаем ко мне домой просто. Пожар! Гони! 806-й, ласкали нас. Сел в мою раздолбанную тачку, спасибо. Мы сдохнем, мы на грани смерти, но мы... На грани смерти, но мы потушим этот странный пожар, потому что сами наша пожар, работа... Пожар, пожар, мы должны затушить этот пожар с ценой собственной жизни. Мы же настоящие пожарники. Ну и... Пожарные. Пожарные. Да. На пожарников пожарные обижаются. Да? Да, скажешь пожарник пожарного, он тебя и забьет. Чё ты выехал тут, видишь, блин, правительственные войска едут. Лично проверено. Да? Нет, не совсем. А, то есть не тобой, но кем-то? Ну, как тебе сказать? Ну, то есть с тобой, ладно, все, ясно. Горит какой-то засанный дом. Какая-то халупа, ее даже тушить жалко. Расходовать. Ну, здесь хороший пожар, очень жирный. Реально, вода стоит дороже этого дома. Не вижу, не вижу, не вижу ничего. Где? Эй! Ну, вон. Вижу, 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 вижу. Но я не вижу огня. А, вижу огонь. Хочешь, чтобы машина загорела? Да. Это просто объект огня, они даже не наносят ни урона, ничего. Точно? Так, да, к сведению. Точно? Да. Да дебил. Я по нему бегаю, видишь, спокойно. Так ты уйди, меня кикнет еще из-за тебя. У меня хп мало, ты по мне дуешь. Так ты встал тут. Попробуй зайти в дом какой-нибудь тут. Сейчас попробую. Закрыто. Следующий, давай. О, открыто. Пополнил? Оп, аптечка. О, это же дом Александра Громова. А, да, я вспомнил, что это ново там. Нафига. Спасибо, похилились. Да. Сейчас смотрю, знакомый, реально. Экси, что прописать, что ли, надо? Так, тушим пожар дальше. Прям как он знал, что здесь надо покупать. Да-да. Все, потушили. Убери свою тарантасную хуйню. Давай. Тушим. Может, хватит уже? Ну, надо не потушиться, мне кажется. Слышь? Ау. Может, сейчас, хватит? Подожди. Вот этот костерчик потушу.
факту их два. Я сейчас эпично врежусь в тебя. Во, я потушил, видишь? Соснул! Знаешь, где я стоял? За каким-то саном, блядь, балочка какой-то. Ну-ка, если водой засушится, нет? Ну знаешь, напоследок что сделаем? Вот что сейчас происходит, Лёх? Ау. Скажи, пожалуйста, эксперимент. Вот смотри, на меня. АФК уходишь. Сейчас врезаюсь, потом снова появляюсь, снова врезаюсь, да? Да. Так можно бесконечно таранить все что угодно. Так я, блядь, не знал. Смотри, бомж вон стоит какой-то. Где? Наверху в этой херни. Давай его собьем. Так и так. Надеюсь, он не АФКшный? Не достает струя. А, он АФКшный еще. Сука, вот он факт. Специально встал, чтобы это... Все АФК что-то тут. Уж поехали. О, ацтеки едут. О! Нет, далековато, не доедем. Автомойка. Зря вышел. Сейчас смотри, сразу позвонил в службу точного времени. Побежал такой. Сейчас смоем у себя с этой херни. А! 18:35 ярмарка. Может быть, обеспечим пожарную безопасность на мероприятии? Можно. Что он там делает? А сейчас время сколько? 18:30 где-то. Поехали.